Всем доброе утро. Добро пожаловать в наш новый день. Сейчас мы едем в парк Цзиншань, с которого видно запретный город, в котором мы уже были, но было куча людей. Поэтому едем туда еще раз. Надеюсь, их там будет поменьше. А потом едем мы в дворец Гунвансу. Там тоже недалеко. И потом на оставшийся день в Universal. I'm excited, так сказать. Так что погнали. Мы приехали в парк. Вот в этот раз на билеты не по 5 юаней продали, а по 2. Ну да, может, утром раньше. Телепкой наверх, но людей как-то не сильно, блин, меньше. 9 утра, здесь уже толпища, сборище. Надеюсь, кто-нибудь сфоткаем с ними в этот раз. Тут утренняя аэробика. Девочки, занимаемся. Что такие вот тут у нас занятия проходят. Спорт — это жизнь. Здесь у нас играют в бадминтон. Все с утра на спорте, на движе. Класс. Мы поднялись. Такой вот здесь вид. Приехали в дворец. Купили билетики. Здесь просто сегодня какой-то аншлаг. Это просто ужас. Надеюсь, она того стоит. Просто движ. Париж. Мы зашли во дворец. Так вот здесь все выглядит. Как я прочитала, здесь жил фаворит одного из императоров, который был самым крупным коррупционером в истории. Это его домик. Не конкретно этот. Тут куча территории. Пойдем смотреть. Я уже говорила, да, что китайцев сегодня пробило на посещение всяких мест. Похоже на запретный город, только в миниатюре. Но людей сегодня просто трэш. Too much. Это мечта просто, а не путешествие. Конкретно в этом месте. Просто количество людей на один павильончик. Зашли в такой павильон здесь. Такая вот экспозиция. Опять миллион китайцев. Красота! Камни, ребята! Еще камни. Наверное, из этого может быть строили эти дворцы. Неизвестно. На английском тут ничего нет. Зато есть на китайском. Здесь, я так понимаю, они пишут всякие пожелания свои, вон вешают, завешивают. Мы идем сейчас в сад. Людей очень много, то есть здесь красиво, но за счет вот этого того, что ты должен тупо пробираться через толпу, такое себе. Взяли попить и идем. Так. Красиво, конечно.
мое любимое приспособление, просто антиугон и антипосея ребенка. Чисто посадил на провод и погнал. Как бы, почему бы нет. Мы ушли с этого дворца уже. Чуть-чуть там походили, повордели. Красиво, но если бы не было людей, было бы по кайфу, а так такое себе. И приехали кушать, в общем, за все эти дни. Ничего вкуснее Макдональдса мы не ели, поэтому мы снова здесь. Кушаем и потом покатим в Universal уже. Нам ехать на метро, в принципе, не быстро. Около часа, я думаю, потому что он за городом практически находится. Сейчас у нас 11:30, но это как раз после обеда приедем и будем там уже до вечера. Мы покушали, сейчас поедем в Universal уже. Такая вот станция метро интересная. Вот локальный такой стилечек. И вот так вот вокруг. Ехать нам, походу, часа полтора где-то с пересадкой. Там всегда бой. Никого. Мы приехали. Здесь такая станция красивая. Прям вообще. Ой, большая такая, кстати. Огромная прям. И сейчас пойдем в Universal. Вот этот человек потерял мой билет на метро. И мне придется объяснять охраннику, что вот этот человек потерял мой билет. Просто мега мозг. Когда дала подержать билет. Не надо мне ничего держать. Идем за билетами, которые я тебе не отдам. Ну, кстати, слушайте, пока что очень пусто. Вообще, я надеюсь, внутри тоже никого, и мы пойдем кататься на аттракционе Гарри Поттера. Даша, куда мы идем? Это она сейчас пока такая радостная, пока не увидела эту горку поближе. Первый аттракцион. Мы постояли в очереди минут 50 и прокатились 3. Но мне понравилось. Если бы можно было еще пару кружочков, было бы, конечно, лучше. Еще, оказывается, можно было брать туда телефон. Мы его оставили в камере хранения. Это вторая часть очереди.添加到我们庞大。九号对象暴虐霸王龙，安全警报。
危险等级 D. 破镜警告. 系统错误，系统错误，系统错误。别！不是，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 不是
Сюда 5 минут, я как бы не удивлена. Почему? Потому что вверх ногами просто. Обалдеть. Сейчас пойдем посмотрим, что есть в Кунг-фу Панде. Красиво тут тоже. Мы уже собрались, поедем сейчас выселяться, отдадим чемоданы и поедем гулять в летний дворец. Немножечко одежды. Спустя час времени мы приехали в дворец. Сейчас пойдем искать. Где купить билетики? Людей как-то прям кучка много. Опять иду толку, но я надеюсь, что там как-то все рассредоточится. Их не будет много. Купили билеты. Мы взяли по 60 юаней. Это вход в парк и во все зоны.
Будем заходить. Летний дворец, это как у нас Ливадийская или что у нас была резиденция? Получается, императоров, которые жили в запретном городе, а сюда они просто приезжали отдыхать, здесь не было никаких государственных дел и так далее. Здесь они просто приезжали, сюда чилили, привозили своих гостей и кайфовали. Но тут красиво. День то, что надо. Как спускается в последний день? Устала? Нет. Ну, поехали тогда еще погуляем. Что, у нас теперь так много чемоданов, как будто бы. Мы зашли в дьюти, купили себе духи. Здесь цены неплохие, кстати, на duty free, потому что когда мы были на Пхукете, там было как-то дорого, а здесь, в принципе, хорошо. Пойдем в сторону посадки. Это уж наклад наши, духи. Поехали. Здравствуйте.